Это правда. Горизонтали 8, вертикали 8. А максимум, ну вот, нам надо доказать, что 15 плюс 5. Что среди 15 крестиков есть хотя бы один лишний. Да. А, ну вот, 15 вообще, это когда либо все строки, есть хотя бы один крестик, и среди 7 столбцов есть. Или когда наоборот, все столбцы. Ну, 15 это 8 плюс 7 или 7 плюс 8. Да, да. Ну или случайно могли быть все 16 отмечены, тогда это 8 плюс 8. А, давайте еще раз повторю, что такое отмеченное? Отмеченное. Строка, да. Или столбец, это где есть хотя бы... Неверно. Про это я разговор. Неверно. Отмеченная строка это... Да? Это строка, где есть ровно один крестик. Абсолютно верно. Отмеченная строка, где ровно один крестик. Не хотя бы один, а ровно один. Так вот, что такое крестик не является лишним? Это значит, он находится либо в отмеченной строке, либо в отмеченном столбце. Да. Да, конечно. Да. Либо и так, и там. И все. И дальше то, что 15, 8, 7. Да. И что? А, пусть тогда во всех строках, ну, все строки отмечены. Да. Тогда во всех 8 строках... По одному крестику. Да. И значит, во всей таблице... 8. 8.